новенькие, куда ты не посмотришь. Тротуары, по которым приятно ходить. Это то, что вы разрушили, а потом говорит, я строю новые дома. И в целом, в центральной части, вот вы посмотрите. Ну, вы посмотрите, какой Мариуполь был. И комфортно. Сейчас, конечно, может показаться, что людей мало, это так и есть, потому что сейчас полчетвертого дня, и это среда. То есть все на работу. Ну и что вы можете восстановить, россияне? Были поющие заняты, фонтаны, тротуары. То есть жизнь здесь реально кипит. Жизнь я можете восстановить. Батут. Батут восстановите. Уходи. Ни хрена себе, какой батут классный. Говорят, что даже подсветки в центре этой все не было. Вы ничего не восстановите, россияне. Подождите, я увидел еще одну площадь свободы. Тоже новая, только сделанная. Насколько классно. Ну вы что вы восстановили, россияне? Что вы восстановили? Потому что... На газончиках. Что именно вы восстановили? Посмотрите, какая красота была. Мебель уличная просто идеальная. Даже посмотрите на эти инсталляции. Они же с проекторами, вы понимаете? Проекторами? Ну, назовите, какие города у вас в России с проекторами. Подсвечивающиеся под музыку. Фонтан под нее же танцующий. Мариуполь. Там детская площадка с канатной дорогой. Сколько ваших мужей поехало в Мариуполь и сделали из Мариуполя... кладбище. Сколько ваших мужей, сыновей? Тоже какая-то жизнь. Сейчас просто холодно, друзья. 10 градусов, поэтому людей мало. Посмотри, какой счастливый человек ходит по Мариуполю. Такая атмосфера праздника, мне кажется, вечером. Только что прочитал на входе, эти 25 птиц, они символизируют 25 областей Украины. И на каждой из птиц на крыльях разные орнаменты. Это символика этих областей. И все это символ единства всей Украины. На самом деле, очень классная. Ну, кто-то будет восстанавливать. Как все качественно сделано, индивидуально. Нет другого такого города. Нет другого такого. Это был почерк Украины, почерк, своеобразие. Украина же разная, каждый кусочек очень важен. Львив важен, Киев, Харьков, Одесса, все разные. Это Мариуполь. Другого такого нету.